Сейчас обойдут безвязерновой состав щебный. Сначала через сито, а уже потом на весы. Они и покажут, качественная проба или нет. В лаборатории при асфальтобетонном заводе в Больших Ключищах проверяют не только щебень на прочность, но и асфальтобетонную смесь. Если все показатели в норме, материал уходит на производство. Асфальтобетонный завод К-160 марка выпускает 160 тонн в час. То есть представьте, за смену с продленкой за 10 часов 1600 тонн. Мы готовы выпустить, и на сегодняшний день мы готовы их уложить. Ближайшая укладка в Теренгульском районе. На 1 километр дороги уходит 1000 тонн смеси. Это по грубым подсчетам. Такого количества вполне хватает, чтобы отремонтировать проблемные участки дорог. В Ульяновской области работает 18 подобных заводов. У каждого из них в зоне ответственности свои транспортные артерии. Так область не нуждается в импортных материалах, а подрядчики следуют плану. Например, участок дороги на перекрестке 50 лет в ЛКСМ обновят к сентябрю этого года. Вот где мы стоим, это перекресток, где кольцевое движение, который не обозначен, скажем, она как площадка, но она сейчас будет реконструирована в пределах этой программы как полноценное кольцо с зеленой зоной в центре дороги. Программа, о которой идет речь, национальный проект «Безопасные и качественные дороги». До начала ремонта этот перекресток считали одним из самых аварийных, а это риск для жизни и здоровья водителя. С окончанием работ движение организуют по всем правилам. Установят бордюрный камень, пешеходные переходы и соответствующие знаки. Тем самым регион выполнит задачи федерального центра. Одна из них – 3,5 раза снизить смертность на дорогах. Кроме того, ремонтируют дорогу на улице Кольцевая. Здесь обновят отрезок длиной 5 километров 300 метров. Через эту транспортную артерию ульяновцы едут в садовые товарищества, будь то на личном транспорте или общественном. На данный момент у нас происходит процесс укладывания нижнего слоя асфальтобетона. Также у нас здесь предусмотрено проблемный участок, у нас ливневая канализация на перекрестке Варейка с улицы Кольцевая. Там надо будет нам делать новые дождеприемники, устройство новой канализации. А еще сделать площадку для заездных карманов, отремонтировать тротуары и установить борт камни. Закончить планируют с опережением графика. Вместо сентября – в середине лета. Суммарно в этом году отремонтируют 12 километров городских дорог. Это 7 разных проблемных участков. Все денежные траты покроет национальный проект. Александра Никитина, Сергей Кудаков, УПРАВДА ТВ.